приглашаю вас принять участие, сходить на мероприятие и, соответственно, культурно отдохнуть. Одухотворенные люди – история о реальном подвиге севастопольских краснофлотцев, которые шли на немецкие танки фактически с голыми руками. Им удалось остановить врага ценой собственной жизни. Вы знаете, что ценно? Ценно, что пришли артисты, молодые артисты, выпускники института, позапрошлогодние, они пришли и говорят: «Любовь Михайловна, мы так хотим вот сделать этот спектакль». И они искали материалы, они нашли о том, что там защищали Севастополь очень много людей, которые уроженцы Алтайского края. 183 билета, именно столько зрителей вмещает зал экспериментальной сцены театра, раздали сегодня активисты «Единой России». Вместе с билетами горожанам вручали символ 9 мая – георгиевскую ленточку. Кстати, подобные совместные акции партийцы планируют проводить и в дальнейшем. Я думаю, что это такое взаимодействие партии «Единая Россия» с творческими коллективами, творческими учреждениями города нужно продолжить, и оно будет очень востребовано. Татьяна Голубева, Алексей Фризин, наши новости.